Областные власти встревожены ситуацией с санаторно-курортным делом. Долгое время на территории Челябинской области игнорировался федеральный закон. Земли просто разбазаривались и уходили в частные руки. Речь прежде всего, конечно же, идет о курортах Кисигачи у Вильды. Многое вокруг этих курортов творилось непонятного. Совершались, на мой взгляд, весьма сомнительные сделки. У меня в ближайшее время состоится разговор также с руководством Федерации независимых профсоюзов нашей областной, поскольку вдруг там обозначились какие-то определенные имущественные претензии со стороны этой организации. В общем, желающих много. То, что гораздо, в итоге мы имеем то, что имеем. Да? На ближайшем заседании Совета безопасности будет рассмотрено несколько важных вопросов по состоянию в области санаторно-курортного дела. Возможно, это повлечет за собой ряд судебных исков. На Совете безопасности будет принято достаточно жесткое поручение разработать и привести областное законодательство просто в соответствии с федеральным. Велосипед изобретать не надо. Этот закон тогда, на мой взгляд, многим просто ударит по рукам в плане разбазаривания земель из этой санаторно-курортной зоны.